Роковой перекресток Никитина Горького. Разбитое стекло здесь даже не успевает убирать. А это столб «Чемпион», который ставили на место уже десятки раз. Многие просят установить тут светофор, ведь, как правило, водители, которые едут по Никитина, не замечают знак «Уступи дорогу». Вот комментарий в интернете еще 2009 года. Про Никитина Горького вообще молчу. Аварии каждый день. Всю жизнь Никитина главное, теперь вдруг нет. А поток машин по Никитина не снизился. В том числе и пассажирский транспорт ездит. А по Горького одна машина в час проедет, и то хорошо. И в неделю получается 3 точно, это однозначно. Даже вот было в пятницу последний раз и в субботу 2 аварии. В пятницу мальчика отвезли по скорой с сотрясением мозга. Я обращалась в ГАИ, где кто должен заниматься этими делами. Мне сказали, что по статистике он не аварийно опасный. Но так как бьются, я вот сколько лет сама здесь живу, бьются очень часто. То же самое в ГИБДД сказали и нам. Раз уж проблемы не получается решить традиционными способами, мы решили обратиться к шаману из глухой тайги, как это теперь принято делать. После сибирских пожаров он не показывает свое лицо, да и в Барнауле желает остаться инкогнито. Мы замечаем, на этом перекрестке мужчине постоянно становится плохо. Здесь очень плохая энергетика. По форме этот участок напоминает крест. Еще я чувствую, совсем рядом постоянно дежурит аварийный комиссариат. Они буквально ждут, когда же случится следующая авария. Шаман согласился снять проклятие с перекрестка. Чего пока не могут сделать дорожники и сотрудники полиции. Ведь для того, чтобы установить светофор в том или ином месте, нужно написать коллективную жалобу, отправить ее в администрацию города и ждать решения, принять которое должны дорожники. Ведьмак сказал, что ему ненадолго удалось затянуть дыры в портале, но он предупредил, что заклинание долго действовать не будет, поэтому дорожникам, наверное, все-таки стоит обратить внимание на опасный перекресток, ведь не сегодня-завтра здесь может произойти новая авария. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком.